что взорвалось, распахнул свое окно, глянул вверх. И тут мне сзади говорят, ты посмотри, опять, а я в ответ. Жена у матери давно вернулась. Я обернулся, что за ним передо мной стоял мой дед, который в 45-м году убит. Жены не мог я выбежать, а я стоял без подыша и головой своей мотал, чтоб сон прогнать. Один не думал уходить, он попросил воды, не спит, потом сказал, ты себе хочешь стоять. Напротив деда я сидел, и словно в зеркало глядел, и дым махорки незнакомый мне вдыхал. А он умеет и говорит о том, как воевал мне бы, и как на море его взгляд помал. Тут его взгляд за тучей стал, и дед на доме замолчал, потом вздохнул и произнес, скажи мне, друг, ты от чего же так живешь? Свой ваш пар жуешь, как будто жизнь для тебя сплошной еду. Я растерялся в голову, ему все вывалил в ртом, что современный человек такая дрянь, что я ищачу на козла, что у меня совесть умерла, и что отрубиться им не хватит, перевай. Я что-то там еще кричал, но луку мать на слово. Горящий страшным взглядом дед меня стырнул. Со стороны взглянуть в мою руку на жизнь и твой суд. И ты тогда совсем не так заговорил. Ты был талантлив, всех любил, и все в деньгах похоронил. Искал разгадку смысла жизни, а теперь ты ищешь бабу на стороне, забыл о синей тишине. И между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших слов за хлеб и зрелище мешок? Мы поливали под огнем фашистский крыс. Эх, нету битвы на вас, тогда бы поняли за час всю ценность жизни, ее прелесть, ее смысл. Уже на свет входил мой дом, перед тем за окном стал уже вдруг я начал понимать. В любом сердце твоем.